Да, такое интересное дело. Первый раз пробую. И даже не знаю, что сказать. Во всяком случае, совсем другое ощущение по сравнению с мотоциклом и велосипедом. Алло. Так, здесь тормоз, здесь газ, и сразу еще тормоз. Будем пробовать. Ого. Я остановлюсь немножко и скажу. Конечно, ощущение очень интересное. Двигатель сразу хватает. Для неопытного человека по чуть-чуть давать и приучаться это прекрасно. Упасть невозможно, потому что один тормоз сразу работает. А вот для высокой скорости, я думаю, тут надо сначала приловчиться. И шлем, я не знаю, как ты на нем ездишь, но если я его так сейчас одел, я здесь ничего не вижу. Так, я тогда чуть-чуть вниз и вверх попробую прокатиться. Очень интересно, очень интересно. Когда тормозишь здесь электричество, как это так, рекуператор, да? Да. Такое ощущение, что я на троллейбусе еду. Вот Звук это, у-у-у, звук делает звук, звук да? этот, да. Вот, конечно, друг друга обогащает вот, при малых скоростях и для привычки этот рекуператор. Ну, наверное, даже не знаю, что сказать. Так, для первой пробы очень прекрасно, интересно. Можешь проехать дальше, посмотреть туда в гору и там развернуться Да? обратно. Ну все, тогда пока можно Давай. остановить. Я уж тебя потерял. Да, конечно, дело. А где видно, как быстро он едет? Скорость здесь. Вон же, нет. Да, его надо просто переключить. Вот стоит, в принципе, эта скорость. КПХ, километров в час. Но у него ограничение сейчас на 60. Приветствую всех, те, кто видит этот видео. Еще вторая проба с электромобилем. Это же вот Твизи, да? Твизи. Переделанный Твизи, который может до 101 километра расстояние преодолевать, да? До 104. 104. Ну, а обычный нормальный 80. Ну, в рекламе 100. Рекламе 100, да? А это не реклама, это уже тест. И что он максимальная скорость у него? Нормально, ограничение не превышено, у него 80 километров, ну 84 он дает. 84. Все оригинальные запчасти, просто двигатель переделан. Двигатель переделан. Все остальное оригинал. Все, пробуем. Надо на газ нажать, чтобы ехать. Двигателя не слышно. Немножко прокатились. Интересно, конечно, ощущение. Французская работа, консервная банка. Когда едешь, слышишь шуршание, не знаю, чего как. Это тормоза. Тормоза, да. Тормоза сделаны настолько паршиво, что, не знаю, они, наверное, процентов 10 съедают. Да. Я что хотел заметить, если рекуперация. Рекуперация, да. Но, видать, нету. Приходится тормозить, и когда отпускаешь педаль тормоза, постоянно шуршание этих тормозных шаек. И думаешь, что это за жестянки какие-то там бьются или стучат, да? По крайней мере, это трутся, да? Ну, а так, конечно, для первого раза, как электроавтомобиль, это что-то такое интересное. Ну ладно. Так, теперь мы выходим из автомобиля. Кажется, надо на тормоз, да? И нейтральную поставить лучше. А, нейтральную поставить, да. Так, вот точно нейтральную. И мы выходим из Space Shuttle. Назад на Марс или что там было с Арнольдом Шварценеггером. Да, вот так вот выглядит. Интересно.